Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем вам об ошибках в кормлении собак. Конечно же, ни один хозяин не хочет вреда для своего питомца. Но иногда неопытные владельцы, стараясь как можно лучше накормить своего питомца, приносят ему больше вреда, чем пользы. И вот основные ошибки, которые допускают заботливые хозяева. Если вы долгое время кормили своего питомца натуральным кормом, а потом вдруг решили перейти на сухой, то нельзя это делать резко. Внезапная смена рациона может быть чревата последствиями. Это может выражаться в расстройстве пищеварения, поносе или запоре. Конечно, список последствий гораздо длиннее, поэтому не стоит резко менять пищу своего питомца. Резкий переход от сухого корма к натуральному также нежелателен. На упаковке готовых кормов всегда написана суточная норма корма, которая зависит от веса вашего питомца. Но некоторые хозяева считают, что этого их животному мало. И подобное мнение становится причиной переедания у животных. А вследствие этого появляется ожирение. Оно сокращает продолжительность жизни вашего любимца и может быть причиной хронических заболеваний. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Сухие корма – это готовые рационы, предназначенные для щенков, взрослых или возрастных собак, а также для животных с различным уровнем активности. Щенков нельзя кормить кормом для взрослой собаки. Это может привести к проблемам с ЖКТ и витаминному дисбалансу, так как собаки разного возраста нуждаются в разных витаминах и минеральных комплексах. Правильное кормление собаки – это целая наука. Но изучив все нюансы и избегая ошибок, вы сохраните здоровье своего питомца. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте.